Всем привет, друзья, меня зовут Николай, канал Boy Games. Мы продолжаем смотреть хорошие японцы. На повестке у нас секретная деревенька гномов, в которую можно попасть с помощью камушка, который мы взяли в пещере, в костре, как вы помните. Так, чтобы найти бы его сначала, его нужно использовать вот в этом месте, и появится мостик. Так, а ты где, блин? Продать-то его нельзя. А, вот он. Вот это является мостиком. Пойдем к деревушку. Блин, какая здесь музыка все-таки классная. Так, здесь много предметов, по-моему. Если я ничего не путаю. Блин, вышел. Вот сундучочек лежит, надо забрать. Священник, так у меня контроллер там. Да, сары. Это забыл, блин, вышел в бой потом. Слей. Кто еще? А, вот, герхель, блин, его надо сейчас поменять будет, наверное. Чтобы пока не нагло. Если много порока у меня прошло, видно. Так, нам сюда? Нет, нам не сюда. Да, вот сюда, вот тут, по-моему, сундучок. Угу. Блин, это не колечко. Тут колечко должно для главного героя лежать. Вот его я и ищу. Так, здесь есть что-нибудь? Еще зайти вот сюда. Ага. Так, если сюда. Так, это пока сюда рановато. Тут гном будет нам оружие делать из мифрила, который мы собирали. О, после демона. Как раз у казина пусть лежит, пригодится. А тут мы колечко заберем. Так, я передам предмет, чтобы новый было. Да не великий меч, блин. Ай, запутался. Так, давай, бери. И одевай. Сейчас оно 10 защит, по-моему, дает. Да, 79 стало. Ну-ка, у кого здесь такой же показатель? Ну, у киви чуть побольше. Но это понятно. Чуть меньше, ну. Главный киви и голем по броне стали прям хороши, это мне прям радует. Так, ну что ж, пошлите делать оружие. Я не буду заморачиваться с перезагрузкой игры, чтобы сделать самое лучшее. Я сделаю то, что он сделает, и ладно. Я думаю, игру пройдем и так. Так, добро пожаловать в кузницу гномов. Вот уже много лет. Нам нет равных созданий прекрасного оружия из особых материалов. У тебя есть какие-нибудь особые материалы? Есть, конечно. Так. Так, ну что, с главного? За 5 сделает нифига себе. Ладно. По-моему, 5 штук за раз можно сделать. Сара. Так. Тази. Так. И Суэй. Так, сейчас сваты освобожу. Чтобы можно было взять. А, у главного тут место нет. Все, тут лежит тоже.
Да, можно было бы заморочиться там с выходами из деревни, с сохранениями, чтобы сделать самое лучшее оружие. Но я что-то не хочу, я думаю, что и так пройду. А может, фартанет и будет нормальное. Фиг его знает, сейчас посмотрим. Так. Так, я превзошел сам себя, взгляни на свое новое оружие. Я назову меч, блин, меч войны. Это хрень, если честно. Да, на 3 лучше, но это, ну что это такое? Да, пример, очень. Так, для Сары. Во, перчатки гиганта. Это, вот это уже на 2, почти. Я думал на 20, нет. 12, блин, круто. Да. Жезл жизни, так. Блин, защита. Примерять я не буду, пускай будет. Там то. Так, это слейд. Блин, всего лишь на 5, а. Давай дальше, ладно. Катана, да, получается. Так, ну что ж, так, где Мифрил-то? Так. Киви не надо, Питеру не надо, Мэй. Так, Мэй потом. Гарфельду оружие не нужно. Эндель, да. Так, еще кто-то есть. Так, Мифринчик. Так, Гьян. И Фрая, да? Так, сколько у меня Мифрилов осталось? Фрая. Угу. Ну сегодня все говорит, ладно. Так, Мэй надо слот освободить. А, у нее свободен, ладно. Выходим и опять обратно заходим. Сейчас заберем вторую партию оружия. Партия обязательно должна быть хорошая. Давай, гном, я в тебя верю. Мы при очень редкий материал. И очень ясные свойства известны не с незапамятных времен. Это понятно. Так. Гиперзаряд, отлично. Да, одену. Блин, меч войны задолбал делать. Вот честное слово. У меня есть такой. Ой, блин, обидно. Ладно, оставлю пока. Так. Вот атласный топор. Красавчик. Рендер Фудош подходит. Так, ну Яхи нет. Тогда только Гьян. Да. На трешечку всего. Ну ладно. Святого. Угу. Да, применю. Так, сколько у меня осталось кусочков-то? Так, 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 так. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, ну что ж, я для главного попробую сделать меч. Или нет. Или когда возьму одного персонажа интересного попробую. Ладно, оставлю я пока. Запас, все равно я смогу вернуться. Что ж, пойдемте в Галлон. Нам нужно идти туда. Вот мы и вернулись изначально на острова, где мы были. Так, заходим.
так, вот здесь секретик. Да, заряд взмаха, блядь, но мне он не нужен. Он проклятый, и атаки будут пропадать, если с него бить. Так, заходим сейчас в замок. Забираем предметы, которые раньше не могли взять в комнате. Вот здесь вот. Тут нас не пропускали. Чудо-порошок, я не знаю, что это такое. Следует достой, ладно, пригодится. Пригодится всякий раз. Что ж, выходим из замка и будет битва. Ой, победил красного барона. Я тебе правильно понял, Геш? Да, сэр, простите меня. И опять мои услуги под... и опять мои слуги подвели меня. Неужели они настолько слабы? Да, ох, нет, я лишь хотел сказать, что они были весьма сильные. Но Болгус и его команда оказались сильнее. Недоволен Зион. Хватит причитать. Это твой последний шанс. Пусть умрет Болгус, или я убью тебя. Ах, да, сэр, на этот раз Болгус не уйдет живым. Я ручаюсь за это жизнью. Главное, ты принесешь мне его раз два. Да, сэр, конечно. И портнулся, ладно. Ты был прав, он. Разумеется. Я больше не могу доверять Гешу. Если его снова постигнет неудача, Боуи будет сражаться с тобой. Ты хочешь, чтобы Боуи пал от моей руки? Наверняка он теперь намного сильнее, чем был раньше. Ну что ж, интересно. Я отправляюсь. Если там суждено случится, то битва со мной станет его последней битвой. Ну что ж, хорошо. Мы вас поняли. Сейчас мы вам задницу тут и на дерево. Ну давай, Геш. Стоять. Наконец-то вы пришли, я ошибся, недооценив ваши силы, только поэтому вы находитесь. Теперь у меня не остается выбора, я остановлю вас, пусть даже ценой своей жизни. Наконец-то Гешка снизошел до того, чтобы сразиться с нами. Молли, будь осторожен, Гешка не только хитер и коварен, но и необычайно силен. Ты прав, Астер, но теперь из-за вас Зион не верит в меня, считает слабаком и неудачником. Это мой последний шанс. Из-за алмаза зла мне нельзя возвращаться к твоему хозяину. Ух, как бомбануло-то. Извиняюсь? Да, немного тут народу, но тут камни появляются, как я помню. Собачка, давай огоньком, а? Молодца. Молодца. Да, народ тут немного прям совсем. На. Блин, что-то давно не давали, что ты знаешь, не новых. Вот сейчас, а? Даже уровня нет. Да, волк отстал по уровню. Ну ладно, ничего не поделаешь. И главное, что так слабо-то? Так, ладно, лучше не поделаешь-то. Ну, хотя не уровень нет, ладно. Вот так сделаю. Что-то главный прям слабо ударил. Да, не нравится мне его атаки. Давай, проходи. Странно, не подошли. А ты танкуешь? Опа, откуда ни возьмись появился камень. Да, вот эти камушки, они доставят проблем.
блин, достал, а? У них же такая атака, да-да-да-да. Так. Блин, и все ходили, эти ходили. Дракон, наверное, опаснее будет. Ну, давай атаки. Блин, защиту дают. Ух, слава богу, не магии. Блин, я тоже стёрку снял. Блин, Сара ходила, все ходили уже. Ну, посмотрим, сколько ты сносишь. Красивая такая подсветка сумма катана. Да, что-то уровни у меня небольшие. Не, ну этот... Этот, да. Этот на своей волне, блин, Феникс. Но и уровни выше всех, и все. Блин, ступор этот задолбал. Отлично. Не подействовал. Так. Блин, потому что рубанул. Мало с ними. Ладно, пойдет. Ай. Давай новое заклинание. Есть. Вот последнее, это Атлас. Да ты не офигел ли? Так. Давай, тебя надо подлечить. Блин, и Суэйда вот... Офигеть, он палку столько снял. Просто бхрейш. Ну давай. Тридцаточку, ладно, блин. У меня же есть... А, это, блин, Диана. Топор. Ой, блин, ладно, побью камушки эти пока. За них опыт хорошо дают. Да, неплохо. Ой, блин, к той толпе той не подойти. Ладно, эти пока побью. Ой, блин, немного. Блин, надо было демона убить. Хотя дракон первый ходил, 45, офигеть. Молодцом. Блин. И сейчас лучник добьет ее, а? Ну, конечно. Вернись хоть раз. Да нет. Ой, блин, ты... Опять целители теряю, в самом начале целители теряю, а? Блин, этот бомбанул еще. Тут немного, конечно, он снимает, но, блин, Суэйда-то тоже убил. Да, не прокачался я. Сейчас что мне будет, но у меня есть аура второго уровня. Главного не попаду. Во, вот так. Правда, немного, но... Что такое? Блин, Сару жалко. Жалко Сару, конечно, жалко, да. Так, давай, ты объезжаешь? Так дают мало, защиту только. Да что ж такое, блин, а? Еще и ответку давай. Издевательство какое-то. Сейчас
сейчас он опять походит, а? Нет, не успей. Я думал, опять вернется, а? Так, давай, бей киллера. Блин, сильный падает. Феникс. Блин, хотел похвалить его, опять он промазал. Давайте от вас посмотрим, сколько снесет. Нормальный такой расклад, такие кулаки. Нормально, нормально снял. О, неужели сходил, блин, но не убьет. Надо же, убил. Атака 3, нифига себе. Заявочка. Хэп, блин. Вот этот уровень. Так. Давай тебя подкинем немножко. Блин, а ты походил, а? Ой, гад, а? Хочу снести этот камень уже. Да, блин. Ну, за них дают прям много. На них прям качаться можно. Двойной заряд какой-то, блядь. Да, разгружили. Ну ладно, я их в целом добью. Снимет там копейки. Дальше свои руками попадет. Собрата, так сказать. Блин, ну. Без Сары мне с Гешпом что-то делать нужно. А вот что? Блин, голем, конечно, бронированный, но не качается тут нифига. Ты меня прям не радует совсем так, что есть тебе кошки можно. Да, если Геш зарядит по мне, то будет больно. Давай вот так вот. Да блин, давай, добавись. Кроме главного, всех бьют, а? Все, конечно, хорошо, но я ничего не говорю. Но как-то странно это. Взрывайся, блин, а? Опыт мне, блин, весь просрал, а? Хотел убить его. Блин, а вот тут вот плохо, что он в самой куче появился. Давай. Вот сколько ты снимешь? Не, ну ты, конечно, да, блин, дают за него прям много. Ты, может, и не взорвешь, да я не всегда взрываюсь. Все, на двоих. Блин, волк еще задел. Гребаные камушки, а? Нормально ты снес. Не бить его сейчас пока не буду, надо отойти. Так, вот все это не вроде по копейкам, но блин. Затолкнул.
вся манна улетает, а? Ну ничего не поделаешь. Устанавливать с помощью посоха, да? Блин. Ага. Но хорошо, всего двоих забил. Блин, хватит появляться уже. Надо ауры второго уровня установить свои. Все будет нормально. Команда еще есть. Да, тяжело сейчас придется с бешеным воевать. Старую жалко, блин. Блин, вот гадость, конечно, подойдет. Надо притормозить его. О, не ушка. А так это у вас смотри, неплохо. Вон вышел. Блин, он сейчас фриз. Да, фриз что-то уровня. Ладно, жив, жив, жив. Жив. Не жив. Ну все, он походил. Должен умирать. Да блин, ну. Ты издеваешься просто надо мной, игра. Да ты серьезно, что ли? О, господи. Да-да-да, главного выпирать, ага. Нет. Да сходите, воины уже. Неужто ты что-то достал? Это немного. Двадцать пять. Давай еще разочек. Вот. И, конечно, ответ. Еще и критом, а. Ну хоть уровень получил. Блин, достал вот сколько, кстати, пробил. Да ты серьезно? До свидания, Киви. Ты мне больше не нужен. Вот так вот. Все, Киви сдулся. Хороший, так. Это ладно. Да, танки, конечно, у них стали прям. Да ты издеваешься, прям посередине появился, а? Опять критом, а? Еще разок. Эх. О, хватает, отлично. Думаю, не хватит. Блин, как всех добьют? Уровень? Есть. Гроза второго уровня, отлично.
падали, а? Ну, от этого не увернуться. Хотя, если хп-шки было чуть больше, мог бы выжить. Так, ты умираешь? Да ты чё? Да ты чё, эй, Казин, блин? Блин, убьёт. Да. Блин, так рисковать можно всех потерять. Всё, надоел ты мне. Блин, а какой же ты крепкий, а? Эх, уровень не дали. Сюда я. Мразь. 55, офигеть. А если одного удара, то все хорошо сносит. Хочу я рисковать. Пень. Сдохни, мразь. Мои ловушки. Я еще... Есть надежда, я должен бежать. Да, закупил. Нет. Пожалуйста, отпустите меня. Я не хотел убивать тебя, ты слабый шалок. Я знаю. Можешь идти? Спасибо вам. Вали уже, неудачник, блин. Но повыносил ты у меня здорово. Я не забуду этого. Но не да. Да, не дадут тебе уйти. Куда ты направился, блин? Помнишь, что ты мне обещал? Боуэ победил. Ты не смог забрать алмаз зла. Теперь ты заплатишь своей жизнью за эту неудачу. Нет, пожалуйста, нет. Оп-оп-оп-оп. Да, жестоко. Но он реально обещал принести камень, и не смог. Зря нет ни капли жалости. Ты же лучше постигнет и нас, если мы проиграем. Мы не проиграем. Так, нам вот сейчас налево и вот сюда в деревенечку нужно. Я виноват. Это же лимон. Я убил столько людей. Эту вину нельзя простить, ее можно только искупить. Я должен умереть. И улетел. Ух ты, лимон покончил с жизнью. Нет, лимон не может просто разбиться. И теперь он стал вампиром. Несчастный лимон, представляю, как ему сейчас тяжело. Так, ну это еще не все. Тут нет ничего. Нет. Это самая одна из первых деревень, где мы брали казино. Нам сейчас нужно подойти вот сюда на пианино нажать. Какое интересное пианино. Хочешь поиграть? Да. Там откроется потайная дверочка. Что-то открылось. Нам в церковь нужно идти. Дьяволу нашли секретный ход. Я должен дать людям внизу хоть немного времени, чтобы сбежать. Священник осенил себя крестным знанием. Интересно. Что он делает? Он думает, что мы дьяволы. Они не боятся креста. Как же с ними бороться? Простите, но мы не дьяволы. Я вам не верю. Но мы на самом деле... Опа! Кто тут? Сейчас, они нашли нас по тайной ход. Они не боятся креста. Так мы сможем теперь бороться с ними.
Если они не боятся креста, значит это не дьявол. Никто кроме дьяволов и носу сюда не сунет, это слишком опасно. А ты спроси об этом у них. Что вы тут делаете? Мы живем. Жили в Грансиле. Мы здесь, чтобы победить всех дьяволов. Грансиль? В самом деле? Отлично. Прекрасные новости. Вы сэр Астраль? Да, но простите, мы раньше не встречались. Меня зовут Час, я сын Гауа. Вы помните меня? Сын Гауа? Час, это ты! Очень рад тебя видеть. Что ты сделаешь здесь? Я вернулся в Виль, чтобы продолжить исследование моего отца. Сейчас ты не мог бы ответить мне на пару вопросов? Я попробую, что бы вы хотели узнать. О, много чего. Вы не можете... А, вы можете поговорить внизу. Спасибо за приглашение. Думаю, мы примем его. Что ж, пойдемте. Вот так мы оказались здесь. Очень интересный рассказ, значит, Сион возвращается в наш мир. Все эти козни его работы? Да, это так, но это не важно. Сейчас нам нужно отыскать, где находится священный меч. Кажется, я где-то читал об этом. Но только где? Это очень важно. Подождите немножко. Ну давай уже, думай быстрее, мне идти нужно. Может быть тут? Не, история, конечно, замечательная тоже. Нет, не здесь. А, может в этой? Точно, она. Это самая книга? А, это та самая книга. Да, но... Что она? Там ухожу в стране свет, кто-то вырвал их из книги. Кто мог сделать это? Теперь мы не найдем меч. Я так не думаю, сэр Астраль. Молый был выбран богами и справится с этой задачей. Да, Питер прав. Молый наш предводитель. Молый, мы обязаны разыскать священный меч и найти дорогу в башню. Единственная подсказка – это легенды прорицателей Тристана. Верьте все у камней. Подожди, еще не уходим. А ты не воскресишь сначала всех. Я без половины войска, блин, пойду. Так, сейчас хочу вернуться в деревню гномов. Попробовать скрафтить пару мечей. Давай, Иван, спешай. Так. Ага. Все. Богу, ты не возражаешь, если я пойду с тобой? Нет, сейчас тебе нужно продолжить свои исследования. Я знал, что вы это скажете, но если же он вернется, я не смогу больше работать. Кроме того, мне будет очень интересно посмотреть на короля дьявола. Сейчас просто поет с нами, не вступая в битвы, если ты не хочешь этого. Питер прав. Ну хорошо. Вот и еще один маг. Я, наверное, возьму его сейчас. Потому что Киви мне вообще что-то не нравится. Я так рад. Нам пора, пойдем, Боуи? Да, нам пора, так. Тут пусто, да? Вон сундучочек лежит. Лохти окорок. Так, это лохти нам прибавить. Сейчас я использую. Давай, на главном. Кудашечку дали. Что ж, блин, не тут выход. Путаю постоянно. Вот он тут. Опа.
А ты чем торгуешь? А, травами, блин. Не нужен тогда. Так, тут еще, по-моему, что-то лежит. Если я не ошибаюсь, сейчас направо и вниз. Угу. Перчатки зла, но они не нужны. Так же, как и заряд, то же самое. Атаку пропускать будет. Это неинтересно. Блин. Вниз нужно и налево идти. Ладно, что ж, идем обратно. Опа. Поверь ему, я хочу уметь, но у меня не получается. Да, у тебя не получится. Сарастраль, Буй. Буй, постой. Можно мне пойти с вами? Ну, поверьте мне, я был рожден великим воином, а сейчас я не боюсь умереть. Я хочу сражаться на вашей стороне, чтобы хоть как-то исправить свою ошибку. Но на самом деле великий воин, думаю, нам лучше взять его с собой. Да, конечно, надо, вы чё? Лемон. Лемон, мы очень рады воспользоваться твоими умениями, они помогут нам. Что ж, вот и последний персонаж к нам присоединился. Больше воинов не будет. Спасибо вам, я знаю, я смогу победить всех, даже короля дьяволу. Но ты прям самоуверенный. Так, возвращаемся. Возвращаемся. Нужно попробовать сделать для него меч. И для главного можешь еще раз, и для Рэндальфа попробовать, блин, запутаться. Давай, 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 идем, идем, идем. Заходим. Так, если киви сейчас я буду менять, то кому отдать кольцо? С атакой. Вот мне что интересно, надо подумать. Так. Есть, есть у меня материалы, не беспокойся. Так, 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 так. Ага, есть. Так, кому бы, да? Так, тебе не надо, тебе не надо, тебе тоже. Вот Рэндальфу можно попробовать еще разок. Так, Рэндальфу. Главный, да? Давай главному. А, блин. Про Лимона-то я забыл. Так, все, да? Или еще один сможет сделать? Блин, у меня Мифрин все кончился, по-моему, уже все. Нет, есть кусок. Давай Лемону еще раз попробуем. Ну, сегодня все, ну окей. На сегодня все. Ну что ж, пойдем посмотрим, что ты сделал мне. Давай только не меч войны, пожалуйста, а? Атласный топор, еще один, да? Лемону можно топоры? Да ну. Серьезно. А, он и для Рэндальфа можно. Блин, ну ладно, я одену ему топор, пока. Да.
Блин, да иди ты нафиг своим мечом войны, а? О, блин. Ой, хитекс еще один. Вам что у тебя будет? Блин, одел его нечаянно. А, ну это сквозинец для главного. Это я помню. Блин, некому передать. Яко не может, это понятно. Так, сейчас я передам меч. Меч удачи. Передаем вот этот свой Денис главному. Тихо. 89, ну неплохо. Так, у тебя все норм, у тебя норм. Так, тебе не надо. Блин, меч войны, а? Рэндальфу бы что-нибудь. Блин, ну у меня, по-моему, Мифрил кончился. Все. А, Лемону одеть от вас сюда. Ну все. Так, сейчас берем в команду тогда. Доходим в караван. Так. Так, ну, мага можно взять вместо... Вот, волка. А вместо киви взять лемона. Есть. Так, я передам колесо тогда. Так, колечко. Так, у тебя есть, тебе не надо. Магу подавно, у тебя защитная. Феникс, есть кольцо. Гусеница, 90 атаки будет, да? Так, 94. 86. Да, лимону я отдам кольцо, пускай у него будет. 88 атаки, ладно. Ну что ж, ребят, давай на сегодня закончим серию. Оружие создали, гешпа победили. Остается нам совсем чуть-чуть до финала. Сезон уже близок. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Финал близок, и всем до встречи в следующей серии. Всем пока.